короче, на завод по душам, если у кого есть время на обеде полчасика покушать что-то и просто посмотреть, как обычный парень 25 лет ходит в Audi RS6 и рассказывает о том, что он думает, какие он эмоции переживает. Это видео для вас. В общем, я надеюсь, что видно. В общем, выдалась такая возможность побыть за рулем такой неплохой машины, как Audi RS6. Я решил запечатлеть эмоции простого парня, который водит вот такую машину. И мы надвигаемся в аэропорт Ди Венеция. Дорога у нас займет приблизительно 45 минут. Сейчас 11:59 времени. Почему-то остановился. Непростая машина. Машина дорогая. Машина стоит от 100 тысяч евро. Машина спортивная, да? Действительно, машина полностью, хоть сейчас на гоночную площадку и топить. И тут бы можно было подумать. Если машина спортивная, вероятнее всего, она некомфортная. Это может быть низкая подвеска, там все дела. Джип должен быть комфортным, а эта машина... Но, тем не менее, машина очень комфортная. Конечно же, это зависит еще очень от ваших дорог. В вашем городе, в вашей стране. Мы находимся в Италии, хочу напомнить. Здесь дороги хорошие, поэтому здесь комфортно. И на этой машине действительно очень комфортно. Мне сейчас предстоит дорога в 45 минут. Я, в принципе, я уже делал эту дорогу, я уже не первый сижу за этой машиной. Я хочу сразу сказать, я никакой не обзорщик, я ни разу не делал обзоры. Это просто такие эмоции, которые я хотел бы сделать. Я надеюсь, что когда-то у меня будут деньги, я смогу себе купить такую машину и уже наслаждаться ею не на час, а на годы. В первую очередь, как я уже сказал, это комфортная машина. Во-вторых, я бы даже назвал эту машину семейной. Почему? Она большая, здесь много места, багажник очень большой. Багажник, к сожалению, не смогу показать. Это единственная камера, с которой будет проходить вся съемка на протяжении всего видео. Так как я бедный, и у меня не было времени, нет возможности, в принципе. Но это такая лайв-съемка, в общем, поэтому наслаждаемся тем, что есть. Я даже не посмотрел, куда камера смотрит, даже сейчас не знаю, что она берет, что она не берет, поэтому хватит ли у меня батареи, не хватит ли батареи, поэтому наслаждаемся тем, что есть. Audi RS6. Ну, мы приближаемся к автостраде, до автострады еще несколько километров, поэтому пока мы едем по городу, едем потихонечку, 30 км в час. Руль! Блин, Audi, вы классные. Я на самом деле хочу заметить, что у меня была за всю мою жизнь моих личных машин только одна. Но я 20 машин я водил. 20 машин точно, то и больше. До 20 до 30 машин я водил. Поэтому, в принципе, что-то трогал, рули трогал. И это самый классный руль. Конечно же, это не удивительно, так как машина самая... Я бы даже сказал, что это не самая дорогая машина, за которой я сидел. Поэтому могу сравнивать. И здесь руль самый крутой. Мне нравится вот это снизу, вот эта вот спортивная его форма, да, снизу он такой обрезанный. Мне нравится, что здесь написано RS6. И сейчас, когда мы выйдем на автостраду, я еще расскажу про несколько своих эмоций и наблюдений, когда едешь именно на автостраде. Так вот, руль очень комфортный. Походу он кожаный, он красивый. В машине этой уже, я предполагаю, 2-3 года. Я предполагаю, на 2015 года, и походу у машины проблем нету. То есть уже третий год, с машиной все хорошо. Поехали дальше. Руль просто супер. Если мне когда-то, я очень хотел бы себе взять Audi, я бы очень хотел бы, чтобы руль был такой. Возможно, кто-то подумает, что он неудобный, но это не так. Руль удобный. Мы сейчас будем ехать, я буду поворачивать. Скажу, никакого дискомфорта. Autostrada A4. Let's go. Вот сейчас был первый такой шумочек, такой на 50 километрах. Я чуть-чуть поднажал, посмотрим, чтобы никого не было. И опять шумочек такой был. Сейчас мы выехали на такую, здесь лимит 100 километров в час. Будем уважать скоростные лимиты. Стараемся их не превышать. 100 километров в час, я еду 109. Ну, здесь в Италии есть возможность превышать скоростной лимит, но не намного. На вот как раз на эти 10-13 км в час можно превысить скоростной лимит. Возможно, на автостраде я дам себе небольшую такую возможность немножечко дать на газ,
просто зарегистрировать вот эти эмоции, когда вот эти слюни, типа, ну просто кайф от этой машины. Тем не менее, буду стараться быть внимательным, так как все-таки записывать видео, вести такую машину, нужно быть осторожным. Нужно всегда понимать, что это не простая машина, это спорткар. Ну, для меня это спорткар. Наравне с Феррари, наравне с спортивными машинами, то есть вот это она, это орудие для убийства. С моего города я сейчас из Веченцы в Венецию, это у нас приблизительно 80 километров, я сказал, мы выехали приблизительно в 12, сейчас 12.06, и я предполагаю добраться в 12.40, быть там, надеюсь. Я надеюсь, что автострада не забитая. Потому что здесь, это север Италии, здесь дороги очень, автострады очень забиты. Особенно в такое время есть у меня такое переживание насчет того, что... Вот такой звучок сейчас у нее идет. Вот так она шумит такая. Ну, очень такая плохая девочка. Если делать аналогию с такой девочкой, да, то это очень, очень плохая девочка, которая так и просит, дайте мне, пожалуйста. Мы заезжаем сейчас в автостраду. Итак, дисплей. Впереди, я не знаю, как там, на хронометр, да, тот, который показывает тебе скорость. Здесь есть электронный, есть механический. Если он правильно называется, опять же, я не профессионал. А, кстати, здесь можно включить спортивный режим. У нас полный бак. Кушает она немало, но я думаю, это не сюрприз ни для кого. Так, сразу же перемещаемся в левую полосу. То есть, по поводу того, что в ней удобно, я уже сказал. Руль, я сказал, налево, направо, сзади. Я могу сказать только, что, в принципе, большой багажник и семьей вполне, да, доступно, да, можно. Если у тебя, если ты богатый пацанчик, и ты хочешь себе взять большую машину, но ты думаешь, блин, у меня семья, у меня там двое детей, жена. Ага, вообще без проблем. Я считаю, было бы у меня двое детей, жена. Брал бы спокойно, без проблем, места хватает, машина большая, поэтому вообще не парился по этому поводу. Удобная, сиденье вообще кайф, но сиденье реально как в спорткаре сидишь, просто кайфуешь. Слышите? Я надеюсь, услышите этот звук. По поводу эмоций на автостраде, знаете, вот что видно, но это хорошо видно, когда автострада более-менее свободна. Вот ребята, которые сейчас едут впереди меня, машины, которые впереди меня, они уже 100% увидели, вот он уже перестраивается. До меня еще 100 метров, он уже перестраивается, потому что он видит вот эту злостную морду этой злостной Audi R6. Он видит ее, свое зеркало, эту злостную морду, и он уже думает, блядь, лучше я встану в сторону. Да, то есть на автостраде на самом деле ты себя чувствуешь более чем уверенно, так как машина бог. Ну, то есть ты бог здесь. Ты даже если здесь встретишь на автостраде какую-то Феррари, ну, блин, если Феррари знает, что это за Audi, потому что есть, может быть, какие-то люди, которые не понимают, не очень хорошо посмотрел, а Audi, да, что там Audi. Хотя у нее на морде все написано. У нее на морде все написано. Чувак, я самая крутая Audi, которая только есть. Ты на Феррари, но ты здесь только по понтам, а я здесь серьезно, чтобы рвать всем жопу. Поэтому эмоции классные, жалко, что автострада забитая. Ну кайф, кондиционер вообще классно работает, так на улице жарко, но... Да, если ты останавливаешься где-то что-то перекусить, покушать, на такого парня молодого, как я, сразу же смотрят, вот наверняка возникает такой вопрос, ну откуда у вас чувака деньги, где он взял деньги, как купил себе эту машину. Но это неудивительно, у меня самого возникал бы такой же вопрос, у меня постоянно возникает. Молодые ребята, не, ну молодцы, заработали в таком возрасте уже на такую хорошую машину. Но единственное, что я хочу сказать, конечно, нельзя недооценивать эту машину и все-таки садиться за руль этой машины только когда уже есть какой-то, ну не какой-то, чтобы у тебя был уже опыт вождения. И чтоб даже желательно, может быть, ты пару раз где-то тебя понесло машину, где-то там. Вот у меня один раз на моей машине, как только получил права,
3-4 месяца прошло, а я такой там езжу, хотя машина не очень, да, но я там топлю на газ. И меня один раз занесло, и я врезался в стенку. Но мне повезло, я врезался не сильно, никаких повреждений, все чики-пуки. Но вот тот страх, который я получил, и все, и тогда до тебя доходит. И ты уже вот с такими машинами, ты просто, ну, если голова на плечах есть, конечно, ты уже осторожен. И я с этой машиной, конечно же, понимаю, что, то есть, нужен опыт. Нужно, нельзя вот так просто взять и сесть на такую машину. Многим дарят, да, там, ну, как многим. В основном это в России происходит, здесь, в Италии. Хотя, может, и в Италии, может, и везде это происходит. Всем везде, если мажоры есть, да, то дарят машину. Вот так. Но машина удобная, честно. Но вот ты сидишь, и на ней очень удобно. Но единственное, что... Так как я не хозяин, у меня на этой машине вот такие вот, знаете, как на первом свидании. Хотя я уже не на первом свидании с этой машиной, я уже ее все-таки 2, 3, 4, 5 раз водил и ездил. Но все равно у меня с ней как будто бы мы с ней на первом свидании. То есть максимально осторожно, максимально с ней быть осторожным. Ни в коем случае недооценивать ее. То есть с педалью быть максимально деликатным. Это уже если хозяин-хозяин, который на этой машине уже ездит год, два, три, да, он, в принципе, уже ее хорошо знает и... Вот мы сейчас сделали такой плохой поворот, плохой обгон, который не стоило было делать, но я немного опаздываю. Да, если на этой машине хочешь кого-то обогнать, уверенно вообще броняешь, без никаких проблем, вот впереди опять кто-то поедет. Вот что-что, но здесь тебя уважают машины. Впереди меня Audi A3, но по идее она должна сейчас... Он очкует, 100% уже там едет, такой, блядь. Сзади меня RS6, надо ее пропустить, а то у этой машины очень хорошие тормоза. Но неудивительно, в принципе, чему удивляться. Они должны быть хорошими. Конечно, может быть, если у кого-то есть такая возможность, я уже не раз слышал от таких богатых людей, от блогеров, если есть возможность взять машину дорогую на прокат, возьмите, и я с этим полностью согласен. Если есть, не пожалейте денег, возьмите хотя бы это один раз, не нужно постоянно, если вы куда-то ездите, постоянно брать какую-то крутую машину, но хотя бы это один раз сесть за руль, кайфануть от ее ценника, для кого в первую очередь, для кого не в первую очередь, для кого от скорости кайфануть, но это в зависимости, какую машину, конечно, берешь. 126. Вот, удалось немножко разогнаться, и машина крутая, машина реально бомбит, топит, просто плохо. Но нужно быть очень осторожным. Эмоции классные, но волнительные, очень волнительные. Это первое свидание. Вот первое свидание, мандраж, сердце бьется. Если я молчу, значит я втапливаю. А когда втапливаешь, надо быть сконцентрированным. Автострада очень так забита. Хотя вот такую хорошую дырочку нашел. Венеция, 24 километра. Кстати, здесь есть спортивный режим. Но здесь у нас уже было несколько случаев таких вот неприятных. На автостраде очень быстро ездили. И забирают права, забирают машину. Штраф 10 тысяч евро. Поэтому нужно быть очень осторожным. Если тебе хочется втопить, может быть, на какой-то на коротенький такой период, а потом встать в строй и ехать как все. Потому что если нет, здесь очень много скоростных контролей, повсюду камеры. Но вот именно вот на этом участке мой город Виченца, Венеция, сколько я знаю, камер особо нету, контролей нету. Вот есть такие идиоты, которые не включают поворотники. Ну, вот это женщина. Ну, что ты хочешь? Кто же еще может не включить поворотник? На автостраде. Ребят, пожалуйста, на автобанах включайте поворотники. Ну, эмоции, то есть, ну, я не буду повторять по 100 раз, что я сейчас, конечно, в кайфе. Мне 25 лет, опыт вождения 3 года. То есть, я не так давно вожу, но вожу много, эмоций супер просто. Ну, машина... Особенно вот хотелось бы сейчас находиться в машинах людей, которые находятся вот впереди меня, которые смотрят сейчас в зеркало и видят вот эту морду, которая сзади в него смотрит и говорит, а ну, сдрысни с дороги. Я сейчас хочу говорить. Оп, он меня только увидел, он сразу же потерялся. Ну, я сам, когда еду и вижу такие машины, то ты их уважаешь. Ну, это такой, это, наверное, человеческий такой фактор, видишь что-то дорогое, без всякого пафоса здесь. Погода хорошая. Хочу сделать большой комплимент автобанам на
Карпаты. Прекрасно. Я не был на многих автобанах, но был на во Франции, был в Англии, был там на нескольких островах, в Украине, к сожалению. Автобанов в Украине нету. То, что есть, в общем. Я хочу сказать, что здесь очень хорошие дороги. Ну прям очень хорошие, может быть, нет, я слишком завысил, но хорошие, да, хорошие дороги. Столько, сколько здесь платят, здесь вот доехать из Виченцы до Венеции, я точно не знаю, но я посмотрю, я вставлю стоимость в Вене. Но, в общем, я вставлю. В общем, немало. За то, чтобы пользоваться автобаном 30-40 минут, немало. Плюс платятся налоги, здесь большие налоги. В общем, итальянская работа очень дорогая. Вот впереди меня сейчас находится очень красивая машина. Она недавно вышла. Это Alfa Romeo Giulia. Это, наверное, одна из таких машин за последнее время, которых итальянцы, да, Alfa Romeo Италия выпустила. И она действительно очень красивая. Блин, вообще классная, молодцы. Alfa Romeo. Я в ней никогда не сидел, не ездил. Я говорю только за внешний вид. Очень красивая машина, очень... У этой машины пробег 57 400. Видели бы вы, как я закрепил эту GoPro? Знаете ручку, за которую держится? Вот такая. Вот прям на нее я повесил GoPro. До сих пор стоит. Вообще вожу машину, в принципе, так, с одной рукой, как-то вальяжно, если это моя машина. На этой машине две руки на руле, держишь крепко, смотришь прямо и не отвлекаешься. Единственное, что спина вся вспотела. За кожу, наверное, из-за эмоций. Потому что, я же говорю, на этой машине равнодушным быть тяжело. Если ты за нее садишься первый раз, или второй, или третий. Если ты, конечно, постоянный водитель. Но мне кажется, даже постоянный водитель на этой машине не соскучится. Как-то как-то вы прокритиковать эту машину хотелось бы. Есть много бензина. Машина дорогая в обслуживании. Мне кажется, не так тяжело ее купить, как тяжело ее обслуживать. Сколько бензина она ест. То есть бензина, если просто рассчитывать так, дом, то есть вот я говорю про Италию. В Италии бензин стоит евро 50, и здесь такая машина просто дом, работа, дом, на уикенд пойти купить, ходить в супермаркет, то есть все, что-то это, 5-10, никуда далеко не ездить. То есть работа, дом, расстояние, не знаю, 5-7 километров, да, я думаю, 100 евро в неделю. То есть 400 евро в месяц только на бензин. Например, привожу свою машину, Citroen C1, 50 евро в месяц. Сколько она ест? Она у меня ест где-то 5 литров на 100 километров. Если нужно кого-то обогнать, вообще без проблем. Ну, опять же, вцепиться ногтями в этот кожаный руль, и можно обгонять. На этой машине очень классно и очень удобно даже будет поехать в какую-то далекую трип какой-нибудь, Europe trip, вообще без проблем. Кто живет в Европе, мне кажется, будет очень классно, допустим, с Италии в Испанию. Вот я ездил недавно на острова в Англии, и на машине на этой будет просто кайфово. Даже просто не нужно топить, едешь себе спокойно 130 км в час. Вообще кайф. Вот единственное, что мне сейчас очень сильно вспотела жопа и спина. Да, но это из-за кожи. И я не знаю, есть ли здесь проветривание. То есть я не тот человек, который сейчас расскажет о всех ее плюсах и минусах. Я не автообзорщик. Это такой больше разговор по душам. Если у кого есть время на обеде полчасика покушать что-то и просто посмотреть, как обычный парень 25 лет водит Audi RS6 и рассказывает о том, что он думает, какие он эмоции переживает, то это видео для вас. Вот сейчас дорога свободная, но есть небольшой такой поворот. Я бы разогнался бы, но просто дорога свободная. Вообще нет. Там вдали есть. Вот сейчас будет небольшая прямая. Может быть, попробую немножечко разогнаться. Разговаривать по телефону, когда ты едешь за рулем. Ошибся дорогой, и теперь разворачиваемся. По бензину полный бак до сих пор, как ни странно. Братан, давай, что ты? Да, мы приехали в аэропорт.
мне осталось буквально 1 минута, 12:40, как я и планировал, 40 минут до аэропорта, 80 километров приблизительно. Да, в принципе, если батарея не сядет и память не закончится, я покажу, как эта машина выглядит внешне. В общем, мы уже в аэропорте, сейчас уже припарковаться. У меня как раз есть, наверное, еще 10 минут, я смогу сделать, показать, да, эту машину. Вот у нее есть вот это, она выключается самостоятельно и потом включается. Опять же, не знаю, как это называется. В общем, вот такой, в принципе, обзорчик. Спасибо тем, кто посмотрел. Такой крик души. Возможно, самому будет интересно посмотреть это видео, когда я себе наконец-то куплю.